Вы смотрите про новости, с вами я, Тимур Соловьев, мы продолжаем. Лиза Арзамасова, певица и одна из папиных дочек, запустила соревнования между фанатами. Они должны снять ей каждый по клипу. Чем был одарен победитель видеоконкурса, узнаем прямо сейчас. Лиза Арзамасова, больше известная всем своим поклонникам как страшненькая и очень умная папина дочка Галина Сергеевна. Давай подумаем. Может быть, это красота? Не так давно вдруг резко похорошела и также вдруг запела. 15-летняя сериальная звезда сняла клип на свою дебютную песню «Я твое солнце», которую уже сейчас можно увидеть в эфире нашего канала. Ротации на Муз-ТВ девятикласснице Лизе показалось мало. Для пущего пиара она объявила конкурс среди поклонников на альтернативную версию видеоклипа. Опять же, удобный случай избавиться от накопившегося за съемки реквизита. Один из артистов этого клипа – стул. Самый главный, я бы даже сказала. Да, самый главный участник этого клипа. Мы решили его подарить победителю конкурса. Победителем конкурса стала вот эта девочка Женя, которая неожиданно открыла в себе талант клипмейкера. Именно ее милое хендмейд-видео покорило Лизу настолько, что судьба стула была решена. Во-первых, я встретилась с Лизой, пообщалась с хорошим человеком, а во-вторых, стул тоже полезная вещь в хозяйстве. Поклонники, оставшиеся без кухонной утвари и звездных рук, могут точить карандаши и брать в руки камеры. Заканчивать карьеру эстрадной звезды Лиза пока не собирается. Яна Горный, Евгений Шульга, Муз-ТВ.